Друзья мои, привет! Высота, вот точка, где я стою, 3196 метров. 3196 метров. Вершина Тетнульт. Горнолыжный курорт Тетнульди. Вот это последняя станция. Сейчас я обращусь к своему троюрному брату Гия. Дорогой, мы здесь с тобой еще не были. Мы были ниже. А здесь это новая станция. Это новый вот пролет поставили, да, построили. И здесь мы с тобой еще не были, но обязательно побываем. Бери эку и приезжай. Когда хочешь, зимой, летом, неважно. Я тебя встречу, и мы обязательно здесь должны побывать. Теперь, друзья мои, красота неописуемая. Вчера шел снег. Для съемки не очень хорошая погода была, и свет был плохой. Выпал пухляк. Посмотрите, вот этот вот пухлячок, вот он лежит. Вот он, вот он, вот он. Это термин горнолыжников. Вот он, пухляк. И сейчас фрирайдеры спускаются с того склона в сторону Ужбы. Вот, видите, Ужба торчит, друзья мои. Красота неописуемая. Давайте посмотрим сейчас, я подойду поближе. Посмотрим те ущелья, эти вершины. Сванетти чудесно. Настоящие горы, настоящие скалы. Красиво. Красиво. Смотри, чтобы борт не упал. Да, 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 близко не подходите, там уже карниз начинается. Да, мы сбоку видели. Вот, вот. Если он туда упадет, я за ним не пойду. Вот, это профессиональные дроны. Опять здесь такие кадры можно сделать чудесные. Профессионально. Ага, hello, how are you? Good, how are you? It's professional, yeah? Professional, yeah. Super. Вот, друзья мои, смотрите, какая красотища. Вон она, красавица Ужба, выше облаков. И мы с вами тоже почти выше облаков. Облака на 3000, а мы у нас 396. Ляпота! Чудо просто! Чудо, чудо, красотища. Нравится? Очень, ну что вы? Куда сами? Я здесь уже не первый раз. Я здесь и летом, и с Батуми. Ой, мой деда. Ага, деда, деда, ба. Вон операторы, видите, друзья мои, снимают. Тоже профессионалы. А вы проводник, да? Я гид. Гид. А. Вы местные, сванские? Да, да, я с места. Ага, с места. А что они снимают? Рекламный ролик? Они снимают... Или туристический какой-то ролик? Есть такой проект, но они все для Соломона катаются. У Соломона есть проект Dream Trip. И они, да, проводят на Инстаграме голосование, выбирают там человека, который с ними катается. Чудесно, сезон, да. Чудесно. Сейчас с ними чувак катается, да, один. Ага, и, он, и кого они выбирают, затем, да, тот чувак выбирает страну, следующую, куда он хочет съездить. А, еще. Куда он хочет съездить. Они просто выбирают лыжника из всех подписчиков. А чувак потом выбирает страну, куда это бы... такой бонусный, да, все, да, эти, как интересно. Да, он потом выбирает страну, куда бы он хотел с ними съездить. Вот он выбрал Грузию с Ванетти. Отлично. Ну, с Ванетти, ну, достойно, знаете, что я вам скажу, достойно, очень достойно. Вон там стоит, да? Да, вот один там прорайдер, а прорайдер, второй вот как раз, ага, ага, чувак, который, ага, которому повезло. Который бонус выпал, да? Которому повезло. Ага. Ну, технически они очень хорошо оснащены. Ну, конечно. Профессионально все. Как вас зовут? Я Лерри. Лерри Нигурьяни. Очень приятно. Николай Рухадзе.
я не так профессионально снимаю с руки. Но камера у меня хорошая, GoPro Hero 4. Для себя, да нет, это знаете что, это в YouTube пойдет. Да. Да, в YouTube отправлю обязательно. Лере, спасибо вам большое. Пожалуйста. Сейчас я вам скажу. Ива Сухари. Очам духари. Это я по-свански поблагодарил. Ива Сухари, по-свански большое спасибо. Вот дрон пошел. Шикарный дрон. С профессиональной камерой. Вон он полетел. Вон он. Зависть. Друзья мои, ну уже 6 минут. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Может быть, еще включусь. Увидимся.